Всем привет! Сегодня мы находимся в очередной раз на нашем клубничном поле. И давайте я вам расскажу в этом видеоролике про такой сорт, как сорт купчиха. Сегодня у нас второй день сбора урожая. И вот столько мы собрали спустя 3 дня после первой уборки. Тут еще у нас немножко отложено на столе. Это у нас уже клиент попросил. Итак, это у нас сорт Азия. Это у нас сорт Чамора. Здесь у нас Мурана, Кабрила. Но в сегодняшнем видео мы будем с вами разговаривать про вот эту клубнику. Это земклуника. Называется она купчиха. Она, кстати, у нас только-только начала созревать. В предыдущем видео про клубнику я вам рассказывал про сорт Азия. Собирали мы урожай буквально 3 дня назад. И давайте я вам покажу, что у нас назрело за эти 3 дня, пока нас не было в деревне. Так, вот у нас сорт Азия. Столько клубники у нас назрело за 4 дня. И так у нас покрыт ягодой весь огород. Но так как сегодняшнее видео у нас не про Азию, а про сорт земклубники купчиха, давайте начнем же обзор про нее. Итак, эта грядка у нас полностью засажена сортом купчиха. Купчиха — это гибрид двух ягод садовой земляники и клубники. Смотрите, какая ягода получилась в результате. Сорт выведен еще в 80-х годах. Он очень старый. Ягода очень сладкая. Цветоносов очень много. И плодоносить она только-только начала. 3 дня назад мы собрали буквально несколько ягод. И уже начинает эта клубника плодоносить. Как видите, ягоды вот такой формы, чем-то похожи на землянику, вытянутые. В этом году у нас зима была бесснежная, снега было совсем немного. А находимся мы в Волгоградской области. И как видите, кусты прекрасно перезимовали. Зиму перенесли очень-очень даже хорошо. И этот гибрид очень хорошо устойчив к таким болезням, как мучнистая роса и гниль. О, видите, какие ноги получились. Или перевернем, получится сердечко. Отличается данный сорт тем, что у него очень-очень много цветоносов. То есть вот таких вот выброшенных цветоносов с ягодой на каждом кусте порядка 10-15 штук. Причем на каждом цветоносе находится примерно по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, по 13-15 ягод, которые у нас только-только начинают созревать. Эта купчиха у нас 2-3 года посадки. То есть мы в этом году сейчас собираем урожай. У меня, как обычно, работник работает, а я снимаю видеоролики. Купчиха у нас посажена в этой грядке 2-3 год. С нее деток мы уже собирать не будем, чтобы не портить сорт. Собирать мы будем с другой грядки. Это вот если видно, где у меня жена сидит, ковыряется. Там у нас есть грядка первогодка. Там мы будем собирать усы на размножение. А эту грядку мы соберем в этом году урожай. И будем отсюда убирать эту клубнику. Здесь будем засаживать новыми кустами сорта Азия. Клубника очень неприхотливая, но также могу, ну, лично на мой вкус, сказать несколько минусов. Вот эта вот клубника сама отваливается, съем ее. По этому сорту лично мне не нравится то, что у этой ягоды
очень крупные семена. Вот это, наверное, единственный минус, который можно сказать по этой ягоде. Во всем остальном она просто великолепна. Кусты дают очень много деток. Даже приобретя 3-5 кустиков, вы очень быстро ее размножите просто до огромнейшего количества кустов. Неприхотливая, сладкая и дающая обильный урожай. Ягод на ней просто очень-очень много. Для примера хочу вам показать, сколько ягоды на одном кусте. Это вот одну половину я вам показал. И сейчас покажу вот вторая половина. Это все один куст. И столько ягоды можно будет собрать с одного куста. Ну, а по поводу того, что если вдруг кто-то скажет, что купчиха, мелкая ягода, хочу сразу же показать. То есть вот два моих пальца, да? Вот, пожалуйста. 3-4 сантиметра. Размер каждой ягоды. Вот, пожалуйста, смотрите, какая ягода. Довольно крупные экземпляры попадают. Вот. Вот, пожалуйста, попробуйте сосчитать, сколько ягод созреет на одном кусте купчихи. А сейчас пойду собирать урожай и буду готовить видео для выпуска. Вот, в принципе, все, что я вам хотел рассказать про сорт купчиха. Думаю, на этом видеоролик можно заканчивать. Если он вам понравился, ставим палец вверх. А для того, чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забываем подписываться на канал. С вами был я, Санек. До новых встреч. Пока-пока.